Здравствуйте, меня зовут Василий. Я являюсь производителем работ строительной компании «Бако». В 2015 году на данном участке мы построили дом серии «Звенигород». И так как у заказчика большая семья, возникла необходимость в постройке дополнительного помещения для отдыха. Заказчик рассматривал два варианта. Значит, он хотел построить баню или павильон барбекю. Ну, остановился на втором варианте и пришел в нашу компанию и заключил договор на строительство. На первом этапе залили фундамент, состоящий из монолитной железобетонной плиты. Затем заехала бригада каменщиков и возвела помещение, состоящее из цементно-песчаных блоков и облицованное кирпичом лаймбрик. Здесь мы видим помещение для отдыха, примерно 20 метров квадратных. Над ними видим несущие конструкции, деревянные, покрытые тонирующим составом. Также видим открытые балки, подшитые деревянной рейкой, и карнизы. В этом помещении собрали нашими мастерами печь барбекю, чтобы заказчик проводил свое время за приготовлением различной пищи. В зоне барбекю у нас находится помещение, которое заказчик планирует использовать под кухню. Здесь у нас располагается электрический щит ввода с автоматами. Сделана подготовка под водопровод и канализацию. Установлены розетки, сделан вывод под светильник. Вот. И в зоне отдыха мы также видим розетки, выключатели на свет и блок управления рольставнями. Мы установили рольставни компании Alutex. Мы давно работаем с этой фирмой. Значит, вот они работают на подъем. Зарекомендовали себя с хорошей стороны. Здесь мы видим второе помещение, которое заказчик планирует использовать под садовый инвентарь. Внутри помещения мы видим также открытые балки, подшивку потолка. Здесь мы видим облицовка внутренняя цемента песчаными блоками. И снаружи облицован также кирпичом. Установлены розетка, выключатель и управление центральной рольставней. Пол облицован керамогранитом. Дверь с завода деревянных изделий. Тоже мы долго с ними работаем, как бы нареканий нету. Торцы стропильной системы отделаны лобовой доской. Лобовая доска фиброцементная. Кедрал бельгийской компании Eternit. Также мы используем в строительстве систему водостоков немецкой компании Дёке. Также за годы работы с этой системой никаких нареканий нет. Крыша у нас вальмовая, покрытая немецкой цементно-песчаной натуральной черепицей брас. Ну, хочется воспользоваться случаем и поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы надеемся, что наше строение, павильон барбекю, принесет много положительных эмоций своим хозяевам в процессе его эксплуатации.